С Днем Российской почты, который отмечается во второе воскресенье июля, лучших сотрудников одинцовских отделений связи поздравил глава округа Андрей Иванов. Мы сегодня приехали, чтобы наградить за многолетний добросовестный труд лучших работников Почты России. Знаю, что вы каждый день сталкиваетесь с большой нагрузкой и физической, и эмоциональной. Я говорю и про руководителей отделений, и про почтальонов, и про сортировщиков, и про операторов связи. Все, буквально все, сталкиваются с большой нагрузкой. В отделение связи Одинцова 7 на улице маршала Жукова Елена пришла 6 лет назад. Сейчас руководит коллективом, координирует операторов, следит за бесперебойной работой почты. Несмотря на непростой труд, мы все верны своей профессии, признается начальник почтового отделения. Мне нравится, наверное, постоянное общение, узнаю что-то новое всегда, каждый день какие-то, и всегда все меняется в лучшее. Я люблю свою работу. Почта идет в ногу с прогрессом. Например, сегодня можно получить посылку или письмо просто по трекеру или номеру телефона. Современные возможности внедряются быстро. Меняется и внешний облик почтовых отделений. Здесь будет внутренняя перепланировка, отдельно, соответственно, будет другая мебель, торговое оборудование будет и будет изменен фасад. За последние годы, конечно, Почта России значительно изменилась в лучшую сторону, и посылки с письмами стали приходить быстрее, и появились электронные очереди, и ассортимент товаров изменился. По словам руководителя округа, все 26 почтовых отделений будут оформлены в едином фирменном стиле. После обновления улучшатся условия для работников и посетителей, а значит, повысится и качество работы. Екатерина Крамер, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».